Так, пришлепал эту свою будущую монтировку на штатив. Сделал довольно крепкий адаптер. Все, крепко сидит. Доделал регулировку высоты азимута. Напечатал барашки на винты. Брал всякие люфты. Теперь вот работает подвижки и по высоте, и по азимуту. Конструкция получается очень жесткая. Тут скорее не вывозит уже сам штатив. Вот это вообще монолит. Скоро займусь уже изготовлением самой головы. Ну, только еще думаю, дополнительно сюда приделаю небольшую перемычку, чтобы добавить еще жесткости. Хотя, скорее всего, она даже и не нужна.